Всем привет, ребят. Ну что, давненько я уже не бегал на арке. Многие из вас просили показать, что как. И я решил сегодня немножко попробовать супер питомцев в деле, так как некоторые супер паты наносят процентуальный урон от жизни. Например, вот дракончик плюс, говорю, дракончик. Крокодил. Плюс хочу собрать всех на домах, посмотреть, что же у нас получится. Некоторые эмблемы я доделал. В общем, поехали. Так, что у нас есть? Мы с вами посмотрим. Я уже даже не помню, что там за архи у нас сегодня. Призывает монстров. Урон по зоне. Иммунитет к забору энергии. Окей. Так, берем, делаем состав. Первая тыковка. Пробуем стартануть с тыквы. Заодно хочу посмотреть, работает ли от львицы стан. Так, раз. Дальше будет у нас стрелок. Стрелок, укротитель. В принципе, стандартный набор. Магеров, укротитель. Разделаем вот так, чтобы они сразу дали баф. Так, ведьма. И в конце, в итоге, последним у нас будет стрелок. Так как она не бафает ничего. Так, смотр у нас есть. Поехали, будем с вами собирать героя. Так, сюда поставим. Десятка. Рягу поменять. После моих тестов полны. Так, есть собран у нас стрелок обратно с пиромагом. Так, космик. Хотел его потестировать, но потестирую уже в следующий раз. Тоже ставим пиромага. Так, ну попробуем так, чтобы он не набирал энергию, вариант. Так, по пату. Давайте, я хочу Чиара попробуем. Он не дает так быстро набирать. Хотя волчонок. Парк энергии, но у него иммунитет. Манориен 33%, а у Жары 75%. Вот так вот. Так, есть. Попробуем такой вариант. На стрелка мы, значит, закинем. Для дамага попробуем мышку летучую. Так, стрелок этот есть. Поехали вперед. Тыковка. Тыковка у нас будет вот такая вот, я ее тестировал, она на 2,5 секунды обездвиживает. Эмблемой попробую. У меня есть раскол 10, закинем. Тыковка есть. Имка 10-10. Так, на химку
Давайте так, ведьмочку соберем. Ну, ведьма, в принципе, паст, и этого хватит. Встроенный по урону, по дамагу. А сюда мы поставим панчбокса. Так, укротитель. А, вот, вот на укротителя мы закинем, попробуем вариант крока. Это, по-моему, обычный. Нет, это мутировавший, да. Сюда закинем крок. Вот такой вот он у нас будет. И кто у нас остался еще? Ну-ка, на нее кинем чекабума. Так, ну вроде все. Ехали, посмотрим. По питомцам так или не так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, кого потеряли? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, все. В принципе, всех собрали. Там я вроде ничего ни у кого не менял. Все с семерками. Поехали, посмотрим, что у нас получится. Будем стартовать с тыковки для быстрого набора. Ну, дальше будет у нас космик бить. Поехали, смотрим, как пойдет. Ну, как видите, разгон в таком варианте очень большой. Еще один вариант я хочу попробовать потестировать, потом завтра убрать шиару и поставить еще одного крокодила. Почему? Он бьет процентуально от хп. То есть, соответственно, у вас архи будет разлетаться намного быстрее. Ну, супер питомцы, как видите, реально крутые. 26. Так вот. 2.26. В принципе, неплохой результат. Обычно мы на сколько? На 24-22, по-моему, если я не ошибаюсь. В любом случае, мы должны где-то набить 5.8, 5.9, 5.1. Сейчас посмотрим, как дальше пойдет с разгоном уже. Дальше должно быть повеселей. Ну, как видите, не проседают. Плюс у нас для отхила есть мышка. Вылетают все пятерки. Супер питомцев можно ставить мелкого левела. Там все равно процентуально от хипа. То есть они будут бить по 500 минимум. То есть это дополнительный урон. Ну а левица, конечно, классно, то что она обездвиживает цели. По сути, то же самое окаменение. И дает тыковке возможность разогнать. Неплохо, 53 секунды. Это секунд 13-14 у нас еще останется, по идее. Ну, не видно, видите, полоски хп его. Но он у нас не включается. То есть фактически герои все время бьют так, как 22 секунды, ребят. Ой-ой-ой, вот видите, включился сейчас. 22 секунды, то есть это мой рекорд на сегодня по тому, насколько быстро мы его убили. Значит, мы должны сегодня побить наш рекорд. Пять 256. Ну, немножко затормозился, сейчас глянем, что там у них в топе. 256 вот на четвертое место станет. Давайте попробуем вариант брать шару отсюда.
убрать и поставить сюда вместо Шиары дополнительно. Вот он, Шиара. По-моему, на Космо. А пойдет ли без Шиары поставить сюда еще одного вот такого крокодила? Нужна она или нет, сейчас посмотрим. Такс. Тест номер 2. Ну тут плюс-минус 100 миллионов, это нормальное явление. Немножко он убежал у нас. Сейчас посмотрим тест номер 2. Кто-то не добивает. 2.26 было. Глянем, что сейчас получится. Ну, в принципе, то же самое где-то плюс-минус. Одинаково идем, но на общем результате это может быть получше. Надо будет еще попробовать, там еще кто-то у нас зонально хил есть. Будет посмотреть, кто еще супер патов, какие имеет свойства дополнительные. Но как видите, плюсы в супер патах даже здесь есть. Плюс они усиливают ваших героев, то есть вам не надо много дамага. Супер, либо питомец не добивает, везде выходит 500-ки. Вроде демон не включается. Понятно. Ну вот таким вот образом супер пэтами можно добивать демона. Плюс-минус, то есть здесь как повезет, уже дальше надо использовать ваши попытки. Попробую еще доделать все эмблемы. Десятки, чтобы были у нас уже максималки. Ну тут опять же за архидемона этого не стоит, скажем так. А сейчас результат у нас будет немножко похуже, нежели первый. На 4 секунды причем. Может все-таки Ашиара толк был. Да, мы сейчас набьем меньше, но предыдущая попытка была получше. Как видите, все-таки не помогло нам это. Возможно, Шара все-таки получше будет. Да, видите, на 200 миллионов сразу же разница. Вот так вот. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Возможно, что-то поменять. Всем удачи, всем пока.